Добрый день. Готовлю пирог из лаваша. К форму я обильно смазываю сливочным маслом. У меня здесь сыр сулугуни и сливочный сыр. Немного замороженного укропа. Далее я добавляю сыр, моцарелла и ветчину. Все это мелко я нарезала. Добавлю только перец и сухой чеснок. Сыр сулугуни соленый. Добавлю 50 грамм сливок. И все это хорошо размешаю. Нашу форму и отправляю лаваш. Начинку. Покрываю еще слоем лаваша. Покрою немножко сливками. Немного сыром. Помидорами. Помидоры посыплю чуть-чуть орегано. Вот так оно у нас выглядит. И покрываем снова сыром. Пирог из лаваша получился ароматный. Пахнет на весь дом. Дадим ему немного остыть и затем разрежем. Посмотрим, как пирог наш здесь выглядит. Таким образом. А вкусный какой пирог! Всего вам доброго!